начала пандемии коронавируса в республике проверили более 56 тысяч человек. У 3 с лишним тысяч подтверждена инфекция. 15 человек скончались, около 1500 выздоровели. Город Ядрин и Ядринский район по-прежнему в числе проблемных муниципалитетов по количеству зараженных. С 26 мая в Ядрине и Ядринском районе ограничены въезд и выезд, увеличено количество мобильных групп, закрыты предприятия торговли, розничной и уличной, полностью приостановлена сфера услуг. Эта вынужденная мера уже дала свои результаты. Масочный режим уже подходит, ну, 90%, если так можно. Плюс предприятия, которые торговля работает, это прежде всего продовольственная группа, соблюдают все меры безопасности. Ну и сейчас полный контроль за контактными лицами, которые вот контактировали с больными. Поэтому это, я считаю, уже дало свои результаты. На сегодня пока о стабильности, конечно, рано говорить, но уже есть, нет такого большого роста, количество заболевших, а количество выздоровевших растет с каждым днем. На сегодня уже 144 человека выздоровели из 190 заболевших. По данным Минздрава Чувашии, в Ядринской центральной районной больнице начнут лечить коронавирусных пациентов из Ядринского, Аликовского и Красночитайского районов. Для приема больных дополнительно подготовили 70 мест. Таким образом, общее число коек для ковид-больных в республике увеличилось до 1547. Большая часть находится в Чебоксарах и Новочебоксарске. Также под ковидный центр недавно переоборудовали родильное отделение в Алаторской ЦРБ. По данным на 3 июня в республике были свободны 224 койки. Ольга Алексеева, Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика.